Директор физико-технического лицея Саратова уволен по статье. Распоряжение о снятии с должности подписал глава администрации города Александр Буренин. Людмила Правдина проработала в учебном заведении более 15 лет. После назначения ее на должность директора, по словам представителя администрации, общие показатели лицея начали значительно снижаться, а получаемое школьниками образование ухудшаться. Низкие показатели по результатам ЕГЭ прошлых лет, а также отсутствие призовых мест на районах и городских олимпиадах стали решающими в принятии в вопросе увольнения директора. Новость об увольнении директора многих родителей повергла в шок. По их словам, Людмила Правдина являлась и является олицетворением учебного заведения. Ей удалось сохранить азы фундаментального образования. У меня было состояние шока, потому что Людмила Вениаминовна Правдина для нас олицетворение просто лицея. Огромное количество кружков, огромное количество дополнительных занятий. Заботится обо всем, начиная от высокопрофессионально организованного учебного процесса и кончая комфортностью пребывания детей в школе, благоприятным психологическим климатом. Связаться с экс-директором и выяснить истинные причины увольнения нам не удалось. Так же, как получить официальный комментарий. Известно, что временно на освободившуюся должность руководитель физико-технического лицея назначена заместитель директора лицея номер 2 Надежда Сапрыкина.